Всем доброго времени суток, с вами Дима Няшка с S35, и сегодня у нас будет видео по тематике мои апгрейды, также я расскажу много всего интересного. Ну что ж, приступим. Как вы можете наблюдать у себя на экране, мы открываем коробки со снаряжением Кости Смерти на аккаунте Нерфис. Мы решили попытать свою удачу и попытались вытащить снаряжение Мертвой Кости, но это обернулось нам боком. Абсолютно любые ящики можно приобретать в яйцах, в раскопках, в, получается, волшебном ящике и многих других местах. Если же вы думаете, стоит открывать сундуки или нет, то ответ довольно прост. Данное мероприятие сугубо фортунное и зависит лишь от вашей удачи. Вы можете открыть один сундук и получить снаряжение сразу, а можете открыть попросту 100 сундуков и получить ничего. А так как в данной игре удача — это не самый лучший показатель и вообще не стоит на него ориентироваться, то советую вам пропустить открытие сундуков и даже не пытаться. Попросту говоря, вы можете открывать данные сундуки за бесплатно, а именно в раскопках, к примеру, или в яйцах, если вам повезет выбить много конфеток. Так что, ребята, набирайте голду и покупайте только то снаряжение и бижутерии, которые вам необходимы. Вывод таков: не стоит полагаться на везение. Ну что ж, а теперь мы переходим плавно к PvE-контенту. Для успешного прохождения PvE на маленьких левелах, а также для игроков, которые много не донатят, необходимо собрать очень хороший сбалансированный состав, больше играющую степень на защиту. За пример я возьму свою команду, и здесь вы можете наблюдать, как я проходил данное PvE. Также вы можете оценить мое PvE на Рапунцеле в более старых видео. А начнем мы с прохождения обычных крыльев Хидана Какузо, а также потом перейдем к Гаю Какаши. Данное ПВЕ я прошел сугубо за счет Сакуры и усилений команды в виде Иши, воскрешенного Хирузена и Наруто и Хинаты. В команде присутствует активный и пассивный срез атаки, а также дополнительное увеличение защиты от Хирузена. Все это очень здорово еще сочетается с увеличением ХП от трех персонажей. Также дополнительно в защитные функции входит увеличение рейтинга защиты от травмы, понижение рейтинга атаки в виде Иши. Для нанесения урона используется увеличение рейтинга атаки от Иши, а также баф Наруто Хинаты на атаку. Все это вкупе перекрывается еще с уменьшением защиты от Наруто Хинаты или же Сакуры. Ну и не стоит забывать о понижении рейтинга защиты от рам от Хирузена. Также еще хочу отметить, что на начальных левелах все же очень решает клинс. Подводя итоги, несложно догадаться, что я вел к тому, что вам не просто нужно набирать новых персонажей, а набирать именно определенных персонажей с разными способностями, которые будут усиливать свойства друг друга, а также дополнять. И не стоит пытаться поднять именно какой-то один параметр. Самым оптимальным решением будет пытаться закрыть все дыры в вашей команде. Хотя справедливости ради стоит отметить, что на начальных именно уровнях, думаю, с B1 по B2 100% решает рейтинг защиты от травм, а также рейтинг атаки. Ладно, теперь мы посмотрим мои улучшения и прохождение этого ПВЕ под музычку и продолжим дальше. Приятного просмотра. Your cute smile, your brown eyes, that long hair, and I try to get away, but I can't let you go, no, won't hurt you no more, no. Do you need me like I need you? Do you feel the things that I do? I don't know if it's love, but it's just a fucking feeling that I couldn't even live without you. Some people say nothing lasts forever, baby. Show how to make it better, baby. And together we can break the rules. Fuck school, so tell me what you gonna do. What you gonna do? What you gonna do? Fuck school, so tell me what you gonna do. What you gonna do? What you gonna do? Fuck school, so tell me what you gonna do. Tell me what you gonna do. And together we can break the rules. Tell me what you gonna do. Together we can break the rules. Так, ну а теперь мы продолжаем наше видео. Я хотел бы немного рассказать про список, который висит у нас в группе, а именно это список по обновлению. Сейчас вы увидите все его на экране. Все, что необходимо делать, это собирать определенное количество питомцев, экипировки и аксессуаров. После того, как вы их соберете, вы получите дополнительный бонус на команду, он указан в этом списке. Более подробно об обновлении мы рассказывали с Нерфисом на стриме, вы можете посмотреть предыдущее видео со стрима, и там будет подробный разбор данного нового ивента. Буквально сегодня вышли новые ивенты на Китае, и там мы могли в ивенте яйца наблюдать изменения, а именно туда добавили бижутерию, предполагая, что у нас на Ру будет
сеты. Я считаю, что там будут именно старые сеты по типу Драконика, именно Кримсона или же Почила, так как они не присутствуют у нас на, получается, персидском купце. А добавить данные сеты с целью того, чтобы в новом ивенте смогли собрать как можно больше донатных сетов обыкновенные игроки, которых уже сейчас не добыть в персидском купце или еще где-то. Хотелось бы сейчас отметить тенденцию китайцев выпускать сильных персонажей. Из-за этого вся игра, на мой взгляд, сейчас будет сводиться к покупке новых персонажей. Поэтому советую всем просто покупать новых персонажей и тащить на аурах. Я также буду рассказывать про Какаши Обито как основного саппорта, но это будет уже в отдельном видео. Я расскажу все его преимущества и минусы. Ну и с темы грустного, мне, как обычно, не везет в приключении кукол. Все это время вы наблюдали, как я открывал и пытался заработать серебришко, но мне, как обычно, не прет. Всем привет, с вами Нерфес, и я вам расскажу немного о неснимаемом контроле, который вышел вот буквально недавно на ЗХ. Очень весьма себе такой балансовый персонаж на данный момент, имея самоклинс и неснимаемый контроль. Как вы видите, по факту у нас раб должен был доминировать, но у него не получается, просто за счет того, что есть ЗХ, который сам себя самоклинсит, заливает 100 яры, пробивает ИСУ и накидывает неснимаемый контроль. При выходе таких новых штурмовиков, как дальше будет ГЛ, при танке Итачи Нагата, это будет очень непонятная игра. И те, кто не будет обновлять персонажи, они очень-очень-очень будут себя плохо чувствовать. Очень сильно будут плохо себя чувствовать. При выходе последующих даже той же самой условно Ханаби, она не будет настолько эффективная, как те же самые ГЛ, Итачи Нагата, ЗХ, КО, Хагорома. И у нас просто при обновлении одного персонажа вот человек выигрывает просто очень-очень легко рапу. Всем спасибо, с вами был Няшка и Нерфес.